Меморандум о прекращении существования Российской Федерации был накануне подписан в шведском Хельсингборге. Там в эти дни проходит 4-й форум народов пост-России. Среди участников мероприятия представители Татарстана, Ингрии, Уральской республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской республики, Бурятии, Тихоокеанской федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми, Ичкерии. Мероприятие проходит уже в 4-й европейской стране. Организаторы уверяют, что пришло время действовать и менять ситуацию. Сегодня природное богатство регионов и людей на огромной территории обслуживают интересы Москвы. Народы России имеют право на самовыражение. Люди должны самостоятельно управлять своей жизнью и найти свое место в международном сообществе. Идет речь в заявлении участников форума. Меморандум о прекращении существования Российской Федерации – это дорожная карта мирного демонтажа империи нынешней Российской Федерации. Эти и другие темы обсудим с сыном президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзором Масхадовым. Анзор, здравствуйте. 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 Добрый день. Что вы думаете о праве народов России на самовыражение и независимость и подписание меморандума в Швеции, о котором мы вот только что говорили? Это право имеют все народы России, также и те народы, которые ее когда-то входили. Имеется в виду чеченцы, к примеру, и кавказские народы. И мы не считаем себя частью России, мы считаем себя оккупированной со стороны России. Вот. Это право – это один из основных принципов международного права, то есть самовыражение нашей независимости. И именно вот этим правом мы воспользовались в 1991 году, когда объявили о своей независимости. А потом уже в том же году мы проводили свои парламентские президентские выборы, на которых был избран первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. И вот с тех пор начался наш путь к независимости. То есть мы объявили о своей независимости и нашем пути, которому мы должны придерживаться и идти. Сегодня мы, к сожалению, находимся в такой ситуации, то есть оккупированы, вся наша земля оккупирована Российской Федерацией. Но борьба продолжается, именно продолжается для освобождения нашей земли и достижения конечной цели, то есть независимости. И вот наша цель сегодняшняя и работа направлена на то, чтобы разбудить других людей, чтобы они вышли из состава России, то есть насильственно вот как она содержит нас, наши народы. То есть каждый народ имеет на это право, на независимость и свободу. Скажите, вот а какой может быть ситуация в Чечне, когда Путин перестанет быть президентом России? Что будет, например, с Кадыровым и какая может быть Чечня без Кадырова? Какой она будет? Она изменится на 180 градусов. Не будет Путина, не будет и Кадырова. Ну и надеемся, очень надеемся на то, чтобы этот не человек, а предатель чеченского народа был пойман, осужден и наказан. Наказан за все его действия и преступления против нашего народа, против украинцев. Именно то, что он сегодня совершает. Вот. Все изменится, потому что так называемый режим, на самом деле это мафия, вот банда Кадырова держится на Путине. То есть, как я сказал, не будет Путина и не будет и Кадырова тоже. Хотели с вами еще поговорить о событиях декабря 1994-го. Тогда началась Первая Чеченская война. Это страшные события в истории вашего народа. Ваш отец был начальником штаба и должен был строить армию, которая сможет дать отпор одному из главных врагов – России. Вот скажите, о чем думаете в эти дни? Какие события остались в вашей памяти? Я думаю, что вы хорошо знаете, что это такое. Сегодня мы видим, что происходит в Украине, когда вот начинается война, когда бомбят города и села, когда убивают мирных жителей, наших родственников. Это очень тяжело. Но я скажу, в 1994 году, когда начиналась вот эта русско-чеченская война, мы все-таки были наивные. Мы не верили, что все так далеко зайдет.
что вот-вот мир все-таки сделает все возможное, чтобы остановить этого монстра. Но это не произошло, не произошло. Не было у нас никакой поддержки, нам не оказывали помощь ни в чем. И я помню состояние отца, как вы сказали, он был начальником главного штаба и именно создавал оборону, работал над операциями против русских оккупантов. Вот. И помню вот его загруженность. И мы прекрасно вот, понимали, видели, что не хватает оружия, не хватает поддержки и вообще любых ресурсов. Не было у нас никаких ресурсов. Даже вот так в военном плане скажу. У нас было пару самоходных орудий и две штуки установки «Град», реактивной установки «Град». И когда мы выстрелили из всех ракет, которые у нас были на тот момент, мы это все побросали, то есть оставили, потому что без снарядов, без другого боеприпасов с ними нечего делать вообще. У нас велась партизанская война, то есть мы делали ставку на партизанскую войну, на самую опасную для любой армии, и побеждали в боях эту армию, российскую армию. Зора, давайте посмотрим отрывок интервью с вашим отцом, президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. Послушаем, что он говорил вот, о результатах Первой российско-чеченской войны и о том, что представляет из себя российская армия. Прошлую войну они позорно проиграли. И эти генералы с позором отсюда ушли. И показали всему миру, что в России нет генералов, и в России нет армии, и в России нет ни политики, значит, если нет политики, нет государства. Как все актуально, ведь и сейчас Россия вновь показывает всему миру то же самое. Да, я помню это видео, это 2002 год, то есть когда шла Вторая русско-чеченская война, и действительно, с тех пор и по сегодня в России ничто не изменилось. И в самой России, и в российской армии нет у них генералов. Эти генералы, так называемые, это убийцы, это мародеры. То есть то же самое было и в то время, как и сейчас и в Украине. Скажите, вот это видео, оно из вашего личного архива, оно опубликовано на вашей странице в YouTube, и среди прочих роликов там есть видео о том, как вы развенчивали мифы российской пропаганды о войне, о штурме Грозного. Скажите, как уже в те годы работала российская пропагандистская машина? Как много фейков она плодила? Очень много. То есть в первую очередь они сделали все возможное, чтобы навесить на наш народ ярлык террориста. То есть народ-террорист. Открыто заявляли на своих телеканалах российских, что всех чеченцев, начиная от 10 до 65 лет, надо убивать. То есть и говорили, что на Чечню надо бросить ядерную бомбу. То есть были разного рода высказывания. И как раз-таки я вот этой деятельностью занимаюсь уже давно, можно сказать, уже 22 года. Ну, в то время не было Ютуба, не было вот этих платформ новых и социальных сетей. И в начале Второй русско-чеченской войны нам было действительно плохо и тяжело в том плане, что у нас была информационная блокада. Нам было тяжело, журналистов не запускали к нам на нашу землю. Также был запрет для организаций разных, то есть не было никакой информации, и нам приходилось вот посредством видеокассет в то время и своих возможностей это распространять по всем каналам. Все на пленке, это не цифра, да. Да, да, это не цифра была, это на пленке все было, но все-таки как-то, и это было опасно в то время, чтобы вынести одну кассету из Чечни, из Ичкерии, это было очень опасно для людей, которые несут вот эту кассету в другую страну. И вы знаете, я видел одну из этих видеокассет вот во время Первой войны чеченской, я видел эту кассету, видел, что там было, эти съемки, как раз вот вы говорите, а я вспомнил.
Было очень, да, опасно для них. Людей задерживали за это даже и убивали. Было такое на территории, вот, на границе Ичкерии и Дагестана, помню. Вот. И сегодня, да, как-то нам удалось что-то сохранить. И вот это сохраненное, вот мы по сегодняшний день используем именно для того, чтобы понять, показать людям, что происходило у нас, что делали русские оккупанты над чеченским народом, все эти военные преступления и этот геноцид чеченского народа. Анзор, давайте поговорим сейчас о чеченском блогере, которого называют главным критиком Кадырова, который, ну, просто не давал его пропаганде спокойно жить. Вот на этой неделе появилась информация, что в Швеции Тумсо Абдурахманов был убит. Накануне в нашем эфире был Ахмед Закаев. Он выразил свое мнение, что Тумсо жив и здоров и находится под защитой полиции Швеции. А что вы можете рассказать о судьбе Абдурахманова? Может быть, у вас есть какая-то информация? Ну, сейчас ни у кого нет таких подробностей. И если полиция вот, взяла бы человека под защиту, то я уверен, что она, полиция, никому не давала бы какой-либо информации. Вот. Раньше мы действительно думали, что Тумсо убит. И мы пока не можем говорить, было ли это покушение или нет. Но, скорее всего, это было покушение. И из других источников, как мне передают, мне передали, что он жив, с ним все хорошо. Это то, что я слышал. Вот, но я еще хочу добавить, что нам нужны такие блогеры, нам нужны такие люди, которые открывают молодежи, людям глаза всему миру, которые вот, говорят правду. Вот. Это очень важно. И, но даже убийство меня, других, всех нас вместе не остановит эту борьбу. Сейчас на стороне Украины воюет большое количество чеченцев, которые борются за территориальную целостность и независимость нашей страны. Что думаете о нынешней ситуации на фронте и потерях, которые в этой войне уже понесла Россия? Россия понесла огромные потери за этот короткий период, вот, за полгода вот, активной войны. Мы это видим, мы это знаем, что происходит на фронтах, как отступают российские войска, как бросают они свою бронетехнику. Про батальоны. У нас есть два основных батальона. Это первый батальон, это батальон имени первого президента Джохара Дудаева, а также батальон имени шейха Мансура, нашего героя. И они воюют с 2014 года, то есть с самого начала. И есть также отдельные чеченцы, которые входят в ЗСУ и воюют тоже на фронтах. И, как вы сказали, они воюют за Украину, они воюют за Ичкерию, за будущее наших народов, за нашу свободу. И это герои, и они являются героями Украины и Ичкерии. Анзор, спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь, за ваш рассказ. Напомню зрителям, Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии Аслана Масхадова, был в нашем эфире. Спасибо вам. Спасибо.